Всем привет из Северного Степного Крыма. Сегодня у нас 30 марта 2022 года. Ветер южный дует. Так, я немножко прикрылся периной сзади от ветра и просматриваю. 23 градуса тепла. Хочу показать, вот такая маточка. Это матка джентльским сотом выведена. Немножко подую. Столько уже печатный расплод. Печатают. Вот только недавно начали они сеять. Буквально как потеплело. Маточку потихоньку раскармливают. Вот это я выводил сам. Пробно в прошлом году. Мне понравилось. Хорошая матка. Такой расплодик уже у нее. Внизу сеет. Вверху там тоже пчелы хватает. А сеять начало снизу, потому что верх полностью я забил медом. Там ей сеять негде, она начала снизу. И тут полностью, не знаю, не видно, наверное, будет. Короче, там полностью середина уже кормлена, вокруг все засеяно. То есть вся рамка тоже засеяна полностью. Вот. Да, я все забил им битком медом. Собрал им меда битком. Тут все потихоньку подъедает. Тут маточка будет сеять дальше. Выходить. Ну и там он. Битком печатный мед. И там верхний корпус тоже битком весь мед. С меда им навалом. Даже больше, чем, наверное, им надо. Я думаю, быстро сейчас его перегонят. Апрель такой месяц нестабильный. Когда много меда, пчелы быстро его перегонят. В расплод. А? О, это три рамки. Полностью кормленный расплод. Засеяна полностью битком. Рамка вся. Ух ты. Да, вон все засев стоит. Да, видно будет, нет? Все в засеве стоит. Три рамки. Три рамки уже битком засеяно. Это буквально. Буквально, я говорю, только. Вот они недавно начали сеять. А так был перерыв. Как минимум недели три, а то и до месяца. А, в этом, извиняюсь, я забыл, эта семья вообще не сеяла в феврале. Это у нее первый расплод. То есть она не повелась в феврале, я забыл же. Что у нас тут? Здесь готовят, короче, матки. Смотрите, первая пыльца. Видите, пыльца? Ну, первая пыльца. Пошла, пчелки уже вон трамбуют пыльцу. Это тоже будет сейчас расплодная рамка скоро. Вот так вот как-то. О, они даже тут немножко настроили. Такого не было у меня на рамке. Да они что-то тут натянули из старого воска. Который распечатают, наверное, с этого. Мед распечатают, они натянули воска немножко. Ну, ничего. Пусть натягивают. Здесь тоже маточка будет сеять. Вот. Как-то так. Короче, это... Вот эта вот матка мною выведена. Она не сеяла осенью. Ой, осенью, блин. Что я запарился. Короче, да, и она до поздней осени, на удивление, не сеяла. Рано перестала сеять. И... Вот, сейчас покажу, сколько это пыльцы свежие. Это свежая все. Вот пчелы сейчас наносят. Видите, моментально набивают. Свежей пыльцой все набивают. Сейчас они будут перегонять это все дело в расплод. Короче, эта матка не зимой не сеяла, не это. Вот это она сейчас только начала сеять. Очень интересная матка. О, кстати, полоски я сейчас сразу буду обрабатывать. Сейчас поменяю эту полоску. Буду маслом полыни начинать обработки. Делать сейчас, пройду, обработаю. Вот, и тут я объединяю семейку. Вот, а вот семья все-таки, короче, матку я не нашел. Видимо, они пытались матку сменить осенью. Что-то произошло. Вообще, матки не было у них всю зиму. Но, тем не менее, нормальная, кстати, на удивление семья. Но пчелы... крыльями машут, задницы кверху поднимают, ячейки зачистили, но пока трутовки нету, не видно. Поэтому пока не поздно, я ее объединил с такой еще тоже не сильной семьей именно. Там расплод, нормально все, маточка хорошая, крупная, через газету, в общем. Подкрышник поставил здесь, через газету.
Попробую ее объединить. Тоже набитком медом, потом этот мед раскидаю всем. В общем, все-таки она оказалась трутовкой. Перебрал ее полностью всю вдоль и поперек. Ну, нету матки, нету. Не знаю, есть, конечно, риск. Где-то там, где-то бегает матка-трутовка осенняя. Есть такой риск, но надо рисковать, потому что жалко. Если бы там было изменение пчелы, одно дело, а там сидит прилично пчелы. То есть нормальная такая приличная еще семья. Если они две объединятся, получится одна хорошая, сильная семья. Поэтому я такое принял решение. Это я поставил, чтобы ветер сюда меньше дул мне. Вот. В общем, как-то так. Ничего. Или отводком восстановим ее, или... Это самое. Жарко, блин. Ветерок дует, но он, блин, теплый. Южак. Дует. Все, сейчас я закрываю, накрываю все это дело. Собираю, сейчас быстренько обрабатываю. Поменяю эти полоски, в общем, обрабатываю. И все, классно, мне понравилось джентером выводить. Маточки обалденные, буду в этом году пробовать уже выводить. Спасибо за просмотр, всем пока.